иногда работаешь, работаешь и не замечаешь, как меняется реальность вокруг тебя. Ощущаешь, но не до конца понимаешь, что движет тобой. Кто или что дает силы, подсказывает, направляет, подталкивает. Все это не может быть просто так. Только глупые и наивные люди приписывают эти заслуги исключительно себе. Ты только часть общего замысла, винтик, актер многомиллиардного плана. Кто и за какие заслуги распределяет эти роли и дает тебе шанс выйти на авансцену? И вот ты такой стоишь, а все смотрят на тебя и ждут чуда. Но в любом случае больше всех верить в чудо должен ты сам. Работа в жизни обычного человека занимает большую часть времени. Большинство людей фактически только спят, едят и работают. Кто-то убивает время, кто-то выживает, а кто-то живет, работает, не замечая ничего вокруг. И если ты все делал правильно, то тебе дается великий шанс воплощать в жизни то, что тебе приснилось. Твои самые сумасшедшие замыслы, разбивая вдребезги стереотипы и тем самым меняя жизнь других. Если то, что ты делаешь, не имеет резонанса, ты занимаешься полнейшей хуйней. Будь готов биться с целым миром, если твоя идея действительно чего-то стоит. Да, иногда садятся батарейки даже у самых сильных бойцов. Твоя жопа затекла от битвы в сети. Встань из окопов, сплоти свои ряды. Помни, главное оружие – это чувство юмора и правильные буквы на кончике пальцев. Делай то, что ты умеешь, лучше всех или лучше всего. Нет идей? Жди. Наберись терпения. Идеи, когда ты к ним будешь готов, начнут сыпаться с неба. Небо всегда с тобой. И те, кто сверху, все видят и в нужный момент дадут тебе все, если ты на верном пути. Мир сложно изменить, но можно создать свой, даже свою маленькую галактику. Коллекционируй людей, притягивай, вовлекай их на свою орбиту. Вращайся, и мир будет вращаться вокруг тебя. Только самым сумасшедшим людям доверяют сумасшедшие проекты. Профессионально организованное безумие – крайне тонкая материя. Почти магия. Возможно, и тебе доверят управлять энергией людей. Не, это не та энергия, которая зажигает лампочки и освещает путь в темноте. Не та, которая позволяет творить борщ на плите, а та, которая заставляет прыгать и светиться людей изнутри. Будь открыт, и тебе дадут эти знания. И твоя работа станет не монотонным зарабатыванием на жизнь, а ежедневным нескончаемым праздником. Ищи, находи себя и реальную альтернативу реальности. И танцуй.